Hello, друзья! С вами Стив Про, и сегодня я покажу вам аддон Toolbox для Майнкрафта Pocket Edition. Да, вот и вышла первая версия этого аддона для новой версии Майнкрафта. И что ж, здесь у нас появляется кнопочка, при нажатии которой скрывается вот такое меню, которое есть 4 кнопки, которых вы можете выбрать разные блоки, а также есть кнопки, с помощью которых вы сможете редактировать ваш мир Майнкрафта. К примеру, эта кнопка отвечает за переодевание нашего персонажа, эта кнопка отвечает за настройки Майнкрафта, и здесь можно создать телепорты. При нажатии на кнопку открывается вот такое меню, и вы должны назвать свой телепорт. Давайте назовем дом. Оп. Да, было бы хорошо, если было бы так в реальной жизни. Хоп, нажал на кнопку, и ты телепортировался домой. И, кстати, после этого появляется вот такой луч, который называется нашим домом. Да, а теперь давайте перейдем в настройки нашего Майнкрафта. Здесь мы можем перейти из режима выживания в креатив, и из креатива в выживание. Можем много чего сделать, конечно. Можем ходить сквозь блоки, к примеру, вот так. Я не знаю, почему мы повысились на один блок ввысь, я не знаю почему. Но обратно вниз мы никак не можем зайти, друзья. Ну, я надеюсь, это все отработает, потому что такого раньше не было. То есть это новая функция. Дальше мы можем ускорить время игры. Она станет очень быстро, что даже мобы станут двигаться очень быстро. И время тоже будет двигаться очень быстро. Да, это очень классная функция. Также можем изменить время, как сказал. Можем сделать ночь. Можем изменить скорость игрока. То есть он будет бегать довольно быстро. Можем также включить разные моды, можем повысить себе уровень, например, вот так, как я делаю сейчас. Можем настроить погоду, сделать ее тихой или слишком громкой с грозой. И, как сказал, здесь есть моды, которые мы можем включить. Например, можем включить рекапитер, можем включить мини-карту. Вот такая мини-карта. И сам аддон тоже очень хороший и очень классный. Ну, а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.